Вот. Окно Святослава Рихтера. Не буду объяснять, нет, могу сказать, что Святослав Рихтер знаменитый пианист с мировым именем, но сейчас же покойный, к сожалению, непревзойденный исполнитель, как ну, знали все меломаны и говорили искусствоведы, непревзойденный исполнитель произведений Бетховена, там просто ссылочки есть у меня на эти стихи. А остальное все понятно. Конечно, такое стихотворение задиристое, по юношеству написано, но я его люблю. В коммуналке на Тверском, как в чайной, шум и гам, веселый дружный сброд. Кто-то мне обмолвился случайно, что напротив в доме он живет. На балкон, сбежав от песнопений, я катаю песенку во рту. И живущий рядом с нами гений смотрит на меня сквозь темноту. Нас от ветра чуточку качает, мы равны, подумать я не прочь. Нас сегодня так объединяет общий дождь, бессонница и ночь. А потом нахлынула усталость, было мыслям тесно и темно. Но всю ночь горело, не сдавалось Святослава Рихтера окно. Раз который молча за клавиром не откроешь за полночь рояль, переводишь с нотного для мира лунную невозможную печаль. А рассвет так труден и неровен, горбятся мои черновики, но звучит неистовый Бетховен в такт движением сердца и руки. И как шелуха или короста отлетают беды и грехи, и родятся радостно и просто добрые сонаты и стихи.